Добрый день, дорогие друзья! С вами шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор. Тема сегодняшнего обзора – это замечательная рыба – хек, или, как ее знают в Европе, мерлуза. Мерлуз существует огромное количество. Они есть и в Тихом океане, и в Атлантическом океане. Огромное количество разновидностей, которые сейчас и не перечислить. В нашем обзоре представлена мерлуза хупси. Это патагонская мерлуза. Чем же она так примечательна? Вот давайте сейчас и разберем. Посмотрите, в таком виде, то есть индивидуально упакованная, она приходит внутри больших достаточно коробок, и это свежемороженный продукт. Качество у него превосходное, потому что дефростация крайне низкая. Это обусловлено прежде всего двумя факторами. Первое. Мерлуза это обрабатывается сразу на борту большой плавучей базы в открытом море. А во-вторых, она практически тут же замораживается при сверхнизких температурах. Соответственно, это дает высочайшее качество этой рыбы. Очень удобно, что эта рыба приходит уже вот в таком хорошо обработанном виде. То есть большинство вещей, которые составляют отход рыбы, такие как хвост и голова, уже убрано. К тому же она потрошенная. Соответственно, я предполагаю, что отход у нее должен быть совершенно минимальный. Давайте завесим исходное. 750 грамм. Делаем рез по спинной части до позвоночника. Высвобождаем позвоночную кость. Теперь точно такой же рез делаем с брюшной части. Теперь высвободим позвоночник со второй половины тушки. Сделаем рез с брюшной части. Вот мы освободили хребет. Теперь избавимся от реберных костей. Кстати, ее строение очень сильно напоминает строение таких рыб, как минтай и навага. То есть у нее нет длинных реберных костей, они короткие, и тоже нет боковых отростков. Это очень удобно, потому что не нужно выковыривать кости из центральной части. Иногда бывает, что при удалении этих боковых костей очень сильно разрушается само филе, его структура. Потому что бывает, что эти кости очень крепко сидят в мясе. Так. Мы получили хорошее чистое филе. Сейчас проделаем то же самое со второй половинкой. Так. Ну что, наши весы, куда же мы без них? Итак, у нас было 750, а сейчас на весах у нас 530. То есть у нас получается отход составил меньше 30%. По итогам проработки чистое филе без костей и кожи у нас составило выход 70% чистыми. И даже есть небольшой плюсик. Я считаю, это прекрасный выход. Чем же славится мерлуза? Мерлуза или хек по-другому славится тем, что это белое диетическое мясо. По качеству мяса она считается жирнее, и действительно это так, чем пикша и чем треска. Но печень ее по сравнению с треской гастрономически не является, то есть она менее жирная, менее ценная и поэтому промыслового значения не имеет. Сама же рыба активно используется во многих блюдах европейской кухни. Ее применяют как в приготовлении рыбных каких-то бургеров, рыбных палочек, в приготовлении гастрономических блюд, в Испании даже готовят с ее участием такую знаменитую историю, как паэлья. Готовят разнообразные пасты, готовят с ней салаты, заготавливают впрок. Это превосходное мясо, которое сочетается практически с любым продуктом.
со свежими овощами, с листовыми салатами, то есть с ней можно работать как только вам заблагорассудится. Что же касается размеров, такая расхожая история, что пользуется спросом хек или мерлуза маленьких размеров. Но это, в принципе, наверное, такая ошибочная история. Это больше, я бы сказал, для каких-то столовых подходит, либо кафетериев, скажем так, с очень невысоким ценником. Понятное дело, что для них будет удобно взять небольшую тушку, зажарить ее как попало целиком и подать гостям. Если же вы разделаете рыбу на филе, ничто не мешает вам сотворить потрясающий кулинарный шедевр. Потому что действительно с этой рыбой очень легко работать. Обязательно подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. В комментариях отмечайте, какие блюда из рыбы хек или мерлузы вас бы заинтересовали. Мы обязательно постараемся сделать для вас эти рецепты. А так, мы подготовим ряд рецептов по своему усмотрению. Все они появятся в ближайшее время в наших новинках. Оставайтесь с нами. С вами был шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор.